Так, продолжаем рубрику ретро-ПК. Не помню, это третий или четвертый уже системник будет. Два точно уже было. Не помню, третий я записал, либо это третий будет. В общем, осталось много материнок на 775-м сокете, но в разных конфигурациях. Пока что сейчас рабочий вариант попался вот этот. То есть здесь 775-й сокет, память DDR2. Видеокарта PCI-ная. Сама материнка очень необычная. На маркировка L-I-946F, ревизия 1. Материнка от Lenovo. Видимо, какой-то системник леновский шел. И в нем стояла эта материнка. Не помню, как она ко мне попала, но, в общем, вроде бы рабочий пока оказался. Проблемой было найти, где на панели замыкать контакт, чтобы запустить его, потому что мануалов на нее нет нигде. Ну, вроде путем перебора нашел, что первые два справа — это включение, сверху над ней ресет. Вот. Поставил пока 2 по 512. Процессор здесь стоит Celeron, по-моему, 2600 частота, потом посмотрим. В общем, у меня много процессоров этих осталось на 775-м. Для этой модели решил оставить Celeron, но мощнее не нужен, так как память DDR2. Тут еще одна, на один претендент на следующий ремонт, но пока я там в нем не разобрался, тоже 775. Вот. Сейчас поставим материнку в корпус. Единственное, прогибается с правой стороны, потому что не рассчитано, чтобы справа нету, короче, вот этих штучек. И мы таких, наверное, тоже нигде нету. Придется подкладывать какую-нибудь бумагу или газету, чтобы не прогибалось. Посмотрим. Может быть, бывают еще какие-то пластиковые штучки ставят. Одноразовый. Здесь, смотрю, какой-то пенопласт и резинка какая-то приклеена тоже для подставки. Блок питания 350 ватт. Дивизером я отсюда вытащил, надо какой-нибудь придумать. Флоппи дисковод здесь есть. Вот пока такой вариант. Процесс этот охлаждения какой-то стоковый интеловский нашел. Под 775 крепление подходит. Единственное, он прогнул плату, потому что под усилием все это вставлялось. Самое херовское считается это охлаждение. Надеюсь, сокет отвал не будет, как у 478 под таким нажатием. Вот. Северный-южный мост интеловские. Северный под охлаждением. Здесь есть встроенное видеоядро, видимо, как раз от северный мост. Вот на нем радиатор есть. Вот я как раз от него и подключался. Компорт есть, LPT, PS пополам мышь, клавиатура, 4 USB, лановский разъем и звук. Все, что нужно. Если все нормально соберу, возможно, на продажу выставлю, потому что много уж системников набирается. Этот более-менее уже цивильный. К рубрике ретро пока и он так косвенно относится за счет сокета только 775-го. Ну и DDR второй памяти уже, в принципе, тоже древние. Сейчас еще есть несколько материнок, они будут в следующих, скорее всего, выпусках. Но тоже 775-й, но там DDR третья память уже. Там лежит, пока не пойму, что с ним. Соответственно, тоже PCI разъем. Не помню, записывали. Еще один системник стоит. Там DDR первая память, 775-й сокет. И AGP видеокарта. А, нет, PCI, по-моему, видеокарта. Или AGP. А, нет, AGP. То есть процессор более-менее современный, а память видеокарты древние.
Короче, на 775 много всяких разновидностей материнок было, как я понял. Самый долгий играющий сокет. На нем, наверное, видимо, процессоров много вышло. Мой второй компьютер, кстати, тоже на 775 был. Сейчас у брательника он. Там тоже DDR2. PCI. Так что вот, IDE разъем здесь есть. Я сюда подключал через IDE жесткий диск и всего лишь два SATA. То есть позиционируется, что ключевым идет IDE разъем. Потому что здесь два даже. Или это под флоппи. А, это под флоппи один, значит. На SATA-ских всего два. Значит, предполагается, что к IDE тоже можно два подключить. Такие дела. Тут даже есть PCI-Express Mini. Такая интересная материнка. Самое интересное, что она от Lenovo идет. Я первый раз вообще вижу такую фирму и материнку. Только в сборе в системнике она, скорее всего, могла быть. По отдельности не продавались. Так, ладно, сейчас подключим все, потом продолжим. Четвертым системником плата от Lenovo. Поставил в корпус, правда, это уже второй корпус. Сначала другой корпус ставил, но потом от третьего системника материнская плата полетела. И корпус освободился. Здесь как раз по размеру подошла она впритык. Вот. Единственное, блок питания поменял. Потому что здесь 24 пина, а на том 20 пин было. Вот. Процессор сейчас 2140 стоит. Core 2 Duo, 2 по 512. Видеокарт пока не ставил, встроенный от северного моста. Жесткий 120, сатовский DVD-ROM. Единственная проблема — подключить опять переднюю панель. На переднюю панель кнопку Power я подключил. А вот на USB тоже подключил. Вот USB я подключил. Они вроде общими вставками идут, а вот передняя панель под звук. Хрен разберешься, где здесь что подключать. С питанием-то проще. Замкнул два контакта и все. Вот с аудио сразу еще не подберешь. Где там микрофон, где наушники подключать. Контактов полно. Ну, конечно, она примерно одинаковая, наверное, на всех моделях идет. Можно методом тыка тоже подобрать, но пока не стал заморачиваться. В общем, питание на кнопку тоже не стал, не светится она. Светится зато вот слово Aspire. Думал, сначала это охлаждение идет. Обычно такие фишки под охлаждение передние. Оказалось, просто надпись передняя светится. Вот, сейчас включим, но я там уже запускал. На флоппи дискового тоже подключил. Продолжаем видео. Windows стоит, Windows 7 профессиональный, 64 бита. Ключ, по-моему, я пока не ставил. То обновление почему-то не ставится, когда активируешь кряком. Процессор Celeron. 2600 частота. А, все-таки есть Celeron. Какой именно Celeron, не помню. Сколько там кэш или чего. Ну, частота 2600. Индекс производительности у него 3.4. У процессора. У графики 3.2. Вот. Самый мощный здесь жесткий диск и память. Память 4.5. Еще в перспективе поставить сюда какую-нибудь видеокарту. Но все видеокарты у меня с отвалами. Вот, например, 7600 есть. Она включается, но полосит. То ли у нее по памяти идет не до контакта, то ли по чипу. Есть еще одна такая же, тоже с такой же фигней. И еще какая-то типа такой же. Ну, короче, у всех вот трех отвал. В будущем хочу прогреть ее, попробовать. И оставлю, наверное, одну из таких видеокарт здесь. Будет чуть помощнее. 256 мегабайт. Офигеть. Вот. Пока на встроенном идет видео. От моста. Вот такое вот видео. В перспективе, конечно, оперативку можно добавить. По-моему, здесь до 8 гигов должно поддерживаться. 2 по 4, то есть по идее.
Нет, не точно. Что-то я не смотрел. Мануал на них нету. Я думаю, что не больше 8 гигов здесь поддерживается. А то может и 4 даже. Вот. Пока его оставлю, протестирую. Может быть, потом на продажу выставлю тоже 1000 за 5. Если опять отвал сокета не будет, как на предыдущем системнике. Здесь потому, что я так изрядно его прогнул. Под нагревом, может, и контакт отойти где-нибудь. Но пока так. Еще если может... Нет, скорее всего, я не буду видеокарт прогревать сейчас. Это будет через какое-то время. Оставим пока так. Всем пока.